Городской фестиваль «Радуга талантов» снова собрал всех друзей. В Доме национальности состоялся большой концерт, на котором выступили дети с ограниченными возможностями здоровья. Подобный фестиваль проходит уже в 6-й раз и проводит его Дом детского творчества номер 3. И вот 6 лет назад, как мы запустили это действо, так у нас каждый год в декабре месяце, в преддверии новогодних праздников, у нас проходит этот фестиваль. Участвуют все центры дополнительного образования города Иваново. Для участников это был волнительный день. Многие артисты перед полным зрительным залом выступали впервые. Я волновалась, даже боялась выступать. Сначала я боялась, когда первый раз я ходила, но там было мало народа. А вот в этот раз я побоялась, потому что много народу. Волновался, готовился, переживал. Но тем не менее, вроде нормально. Количество участников фестиваля в этом году достигло 100 человек. Каждый ребенок получил сладкий подарок и диплом об участии. Подарки раздавали Дед Мороз и Снегурочка. Они же подбадривали артистов за кулисами и на сцене. Ребята молодцы, нам очень понравились все выступления. Несмотря на то, что волновались, выступления удались. Все было очень красиво и прекрасно. Были шикарные костюмы, были прекрасные песни и танцы. Все выступления на фестивале были разными, как цвета радуги, но все одинаково талантливыми. Ребята не только читали стихи, пели песни, играли на музыкальных инструментах и танцевали, но и представили на выставку работы декоративно-прикладного творчества. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иваново.